Ого, вот это там рыба, смотри, какая до середины собирала. Вон, видишь, плеск расходится, вон. Угу. Ничего себе. Друзья, всем доброго времени суток. Нет. Мы сегодня с моей любимой женой прибыли на реку, на одну большую такую уральскую красивую реку, чтобы сплавляться, будем отдыхать, ловить рыбку, смотреть на красоту природы. Ой, спать в палатке, полить костер. Если поймаем рыбку, может, закоптим ее даже. Зажарим. Или зажарим, да. И вас приглашаем вместе с нами на этот сказочный сплав. Ну, в общем, поехали. Мы с собой взяли дыньку. Вот такую. И сейчас мы ее помоем в ручейке, который бежит прямо с горы. Чисто, в чистой воде. Динька! Класс. Бодрит. Кайф. Прямо жить охота. Солнышко, держись одну ручку. Да, вот. Поплыли. В тесноте да не в обиде. Запах деревьев? Да. Прям как в бане. Сейчас будет немножко экзотики в этом таежном мире. Дынька, 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 дынька. Дынька, это хорошо. О, какая красотка. Держи кусочек. Ну все, мы уже собираем спиннинг. Пока я буду на веслах, Алена попробует поймать кого-нибудь. В общем, головли пока что не откликнулись, поэтому плывем дальше. Впереди перекат. Его пройдем и там на глубоком месте будем еще пробовать. Да? Эй, зеленый! Отдыхает? Ну, пускай отдыхает. В общем, ребят, я даже не могу представить себе, что может быть лучше, чем такой отдых. Мы с моей любимой были в прошлом году в Сочи, но там не было такого. Там было все как-то кипишно, как-то, знаете, ну, смена обстановки, перелеты, как на самолете. Вот. А здесь просто приезжаешь, просто природа, просто тишина. Просто кругом одна сплошная красота, и красота природы, и женская красота. В общем, мне вот, как человеку, трудно представить себе, что может быть еще какой-то более такой душевный отдых.
вода в речке большая, рыбы не клюет, поэтому видим, ищем стоянку. Ну все, первый пункт достигнут. Сейчас будем строить лагерь. Вот в таком месте, ребят, мы разбили лагерь. В общем, решили, так как устали очень сильно, поэтому решили пожарить колбасочки. Вот такое Алена у нас жарит колбасочку вместе с яичницей, да, будет? С помидорками, там, с колбаской, да? Да. О, салатик у нас еще тут есть. Ну вот, пока Алена готовила тут покушать, я вот тут немножко палатку поставил, разместил два спальника, значит, положил, вот так вот сделал коврики под низ, там сверху один спальник, на него другой спальник, то есть вот как они расстегнуты, получилось как два одеяла. Вот. На улице жарко, но я думаю, что мы будем, скорее всего, просто прямо на спальнике увалимся и прямо так будем спать. Ну а сейчас надо перенести вот остатки вещей, которые у нас тут есть, привязать лодки тут, чтобы никто их не утащил. Ну и все, можно будет трапезничать, сидеться. Да? В общем, ребят, практически все готово. Вещи я вот так на тент сложил. На ночь просто второй половинкой тента это все дело закрою. Яичницы у нас уже тут практически пожарились. Тут вот я вот установил душ туриста, штука такая, ну там помыться, там подмышки помыть, да чё-то, вот. Вот тут у нас вишенки, вот такие вот. А здесь у нас есть вот такая вот интересная штука. Я не буду показывать, что это такое, но это, ребят, вино. Но самое это интересное то, что оно в бутылке пластиковой. То есть вот смотрите, я надавливаю. Опа, пластиковая бутылка. Красота. Стоит это вино недорого, но на вкус очень приятное. Красное, полусладкое. И какая-то там коровка вот на ней изображена. Ну так, если что. Если мало ли кому-то пригодится. Тут у нас колбаска жареная, выложена красиво. Салатик прямо, ух, хлебушек свежий, майонезик, сок. И самая красивая в мире жена. Немножко нальем. Чуть-чуть совсем. Для хорошего аппетита много не надо. Согласна? Согласна. Вот так вот. Ну как ощущение? Хорошо тут? Да. Спокойно, согласен. Туда пониже по течению уплывем, там вообще людей не будет. Вот там будет красота. Колбасочки. Колбасочки надо положить. Колбаска мало того, что копченая, так еще и жареная. Прям. О, ребят. По-моему, это прям. Давай за твои кулинарные способности. Ты колбаску меня... жарить. Да, слушай, ну что ты меня всегда хорошо кормишь. Я прям горжусь тобой. Развели мы тут, ребят, небольшой костерок.
сейчас посидим еще чайку попьем. На закат поглядим. Ну и мусор от обеда. Сейчас ждем. Не было его тут. Не валялся. Ну как тебе отдых? Отлично. Расслабляешься духовно? Я тоже расслабляюсь. Фу, хорошо. Ребят, если ездите в какой-то дальний поход, то естественно, надо будет вам как-то мыться. Ну и вот мы на этот случай предусмотрели тут вот такую штуку. Вот так вот она называется. Я не знаю, продаются такие сейчас или нет. Но это походный душ. Вообще, в принципе, вот тут такая вот штука есть. Она открывается. Из нее тут водичка полилась. Все. Вообще, в принципе, в него заливается обычная вода. Из реки, вот сюда вот, ну там с помощью бутылки или еще чего-то, и он ложится на борт лодки темной стороной вверх. И если день солнечный, то вода нагревается в нем до, ну тут заявлено до 50 градусов. Ну у меня нагревалось, наверное, градусов на 40. Но если, допустим, забыли, да, его как-то там набрать или там нету емкости, чтобы набрать воду, то спокойно приезжаете на лагерь, едите, пьете чай и все остальное. Потом заливаете половину воды сюда, обычной, из реки. И пару чайничков кипятите и сюда заливаете. Единственное, то что чайники полностью кипятить не надо. Вот, то есть разогрели их так, ну, наполовину. И спокойно заливаете через отверстие. Вода, соответственно, смешивается. И получается хороший, приятный, горячий душ. Вот. И все. Спокойно тут клапан открыли, намочились, намылились, помылись и потом как человек спокойно пошли в палатку спать. Вот такие вот дела. Местные гальянчики щиплют ноги. У нас сегодня уже второй день. Собрали мы тут лодку полностью. Пока я тут немного собирал лодку, Алена уже поймала на нахуст несколько рыб. Ну, сегодня будем пробовать ловить щуку, да, чтобы попробовать ее закоптить. Посмотрим, если щука в реку зашла, то мы ее обязательно поймаем, да? Вот. Ну и все, начинаем потихонечку выдвигаться, выплывать. Вот, в том направлении. Первый голавлик попался на муравья. Вязали мы его там с вами на канале. Небольшой. Весь у берега стоит. Клевая. Еще один мелкий весь. Убум. И покрупнее вылетел. Совсем мелкий. Сейчас триммера воткнем туда. Мы уже полдня плывем, рыба не клюет совсем. Остановились немного, перекусили, выпили кофейку, поели колбаски, паштета. Река красивая, воды много, рыба плещется.
Не клюет. Ну вот и первая рыба. Алена поймала головля своего первого в жизни. Давай, давай его сюда. Да куда ты на удочке-то поднимаешь? Ну куда, куда? Ну давай отцепляй, отпусти. Душку открой, душку открой. Катушки, душку открой. Вот так. Все. Палец воткнула, да? Так. Погоди, погоди. Держишь его? Крепко держишь? Все. Сейчас. Он дважды воткнулся в две. Ну вот, видишь, оказывается, на бобер клюет. Сейчас. Все. Эмоции? Да, клево. Клево. Ну, ага. Ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Давай, меняю головля на камеру. Давай. Давай, на, держи. Сейчас. На. Там запись идет. Кто бы мог подумать, значит, на тот воблер у тебя тоже головлики клевали. Раз ты говоришь то, что были поклевки, угу. Значит, вот он клевал. Это салма. Воблер. Поздравляю. Нет, забыл. Любую ручку туда. Вот так вот. Была поклевка сейчас на мэпс. Ну вот еще один попался. На этот раз на мэпсик. На нулёчку. Чё такое? Был? Нет. А? Ну что, ребят, мы сегодня хотя бы видели поклевки головлины. Сейчас вот делаем рожки по-флотски. С тушенкой, с лучком, с морковочкой, с приправами. Вот. Будет у нас объедение. Ну и, конечно, там по 30 грамм вина для хорошего сна. Чтобы не замерзнуть ночью. Ребят, ну вот, я немножко тут так размешал эту тушенку. И даже не видно этих жил каких-то, еще что-то. Мясо пахнет отлично. Толково. Говядина тушеная, правильное решение. Вот такая.
Сейчас тушеночку выкину для себя. В лучок с морковкой, приправкой. Вот жил вроде вообще нету в этой тушенке. Прям хорошо. Отлично. Пахнет вкусно. Вот и готово наши рожки по-плотски. Салатик. Вообще благодать.